Итак, не будем терять время, давайте приступим. Я хочу коротко представить новую презентацию, сильно вдаваться не буду. Мы, скажите, как видно, слышно, Игорь, ты там проверил, не проверил. Вот, и давайте коротко пробежимся, я хочу вам сегодня много рассказать. Смотрите, друзья, дело в том, что наша технология позволяет простым людям просто создавать пассивный доход на смартфоне. Так же, как и в нормальной жизни, мы все всегда подвержены тому, что в конце месяца прилетают злостные письма. В Германии так это вообще каждый раз сюрприз, не зная, что тебе в конце месяца ждет. Никто хорошего не пишет, пишет только какие-нибудь ребята, которые постоянно хотят каких-нибудь денег, счета, и не знаем, куда деться от счетов. У кого такая проблема со счетами именно, ну, что каждый день просто каждый месяц заваливают, и в конце месяца просто нужны деньги, чтобы их оплачивать. Напишите в чате, будет сразу хотя бы какая-то картинка. Итак, у нас есть два источника в обычной жизни, как с ними бороться. Это активный доход, зарплата, сбережения, да, которые мы достаем из клубушки. Знаете, выражение «денег нету», «денег нет совсем» и пора, как говорится, распечатывать доллары. Вот это примерно есть такой доход. Потом есть кредиты, которые тоже своего рода доходом являются, когда совсем прижмет, просто берешь там по 30% в год сумасшедшие кредиты, ну или как начинаем продавать какие-нибудь активы, ну, в частности, например, какой-нибудь завалявшийся биткоин, ну или, не дай бог, начинаем распродавать тело платинкоина, да, именно ваши сбережения в платинкоине. И этими суммами начинаем покрывать эти счета. Самая важная задача, чтобы это все победить, пассивный доход, это недвижимость, банковские вклады, авторские права, но зачастую, чтобы их построить, нужны годы, ну и в соответствии нужно за эти годы сколотить достаточно серьезный капитал, потому что, как вы видите, это все не из самых дешевых вещей. У нас все просто, есть смартфон, на него устанавливаете два приложения, подсоединяете смартфон к блокчейну, и он начинает добывать вам золотые числа. Что такое блокчейн? Все очень просто, это система обмена ценностей. Ну, к примеру, если А хочет послать деньги Б, транзакция пакуется в блок, этот блок отдается участникам на проверку, они проверяют его на валидность, зелененькую галочку поставили, он валидный, берут его в общую цепочку, и все, денежки пришли, да, пришли. В принципе, и банк, и платежная система, и проверяющая инстанция, и регулятор, все в одном, другими словами, идеальная система, которая построена на технологии блокчейн. Наша компания 4 года уже работает с этой технологией, 3,5 года на рынке, 500 тысяч пользователей. Ну, меня представлять, я думаю, не надо. Меня зовут Алекс Райнхард, я являюсь основателем PlatinCoin. Обо мне написано уже много-много статей. Вот хорошие, да? Есть, конечно, и такие, которые, ну, сами знаете, как пишутся в интернете, но этим никого не удивишь. Поэтому наша основная задача – это просто нужно найти спасение от счетов. Это нам нужно противопоставить наши активы против наших пассивов, а точнее, немножко тут поехала у нас верстка, между вот нашими счетами и нашей активной работой, какими-то нашими ресурсами, чтобы втиснулся наш смартфон, который поддерживает нашу жизнь именно золотыми числами. Вот в таком примерно формате вы можете увидеть, что каждый день золотые числа бегут через наш блокчейн. Если вы спрашиваете, так, подождите, какая-то непонятная технология, все очень просто, десятки тысяч человек уже пользуются нашей технологией, вот свежие отзывы, можете задать в интернете PLC Farm Google Play и увидите эту страницу, прочитайте отзывы сами, они скачайте, начинайте использовать. Дело в том, что наша технология – это простая экономичная логичная модель добычи криптовалюты. Есть у нас минтинг-юниты, есть минтинг-фермы. Объяснить минтинг-юниты очень просто. Аренда на 3 года. У нас происходит 0,66 платинкоинов добычи в месяц. Значит, арендуется установка на стороне компании. Она добывает 0,66 платинкоинов в месяц. Средняя цена добычи, если сравнить с рыночной, которая сейчас 5 евро, это 4,50 за один платинкоин. За 36 месяцев установка добывает 23,76 платинкоинов. Ну, по цене 50 евро, который мы все так стремительно бежим, это может стоить, опять же,
не гарантированная цена, опять же, при условии, что 50 евро наступило, это может быть 1188 платин коинов. Если мы возьмем самый большой пакет, у нас 7 пакетов, я не стал вам 7 продуктов, не стал все представлять, только 3, значит, в месяц месячное добыча 83,7 платин коина, средняя цена получается 3,30, вы видите, сразу уже здесь есть экономия, 3000 платин коинов за 36 месяцев добывается, и по цене 50 евро, к которой мы вместе все стремимся, это более 150 тысяч евро. Второй источник пассивного дохода – это наша ферма, которую вы получаете в подарок, когда покупаете Minting Unit, вы получаете ферму, которую можно забить на максимум, и она будет вам приносить где-то 1,85 платинкоина при 100% загрузке в месяц. 74 платинкоина можно положить в самую маленькую, 30% в год, 2,5% в месяц, и за 120 месяцев, это 10 лет на пересчет, 222 платинкоина ферма вам дополнительно добудет, и ваш заработок при цене 50 евро может составить 11150 евро, соответственно, из какой-то начальной стоимости. Если вернемся к платине, платин Minting Unit, то вы получаете ферму, которую можно загрузить на 6700, при этом при полной загрузке она приносит 167 платинкоинов в месяц, и за 120 месяцев это 20 000 платинкоинов, 20100, и по цене 50 евро вы уже стали, видите, интересным таким владельцем единицы с тремя нулями. Опять же, здесь я хочу обратить внимание на дисклеймер, исключение, это обыкновенная юридическая процедура, потому что, сами понимаете, мы на таком рынке, где курс может пойти сегодня наверх, может через год, может там через 5 лет, может с одной стороны где-то упасть. Но кто знает нашу систему, понимает, как мы работаем, сейчас мы будем с ней знакомиться. Итак. Все очень просто, этот слайд я перепрыгнул, значит, первый слайд говорит о том, что такой вот рост монеты у нас был, мы можем посмотреть назад, вперед мы, к сожалению, пока не видим, можем только представлять, мечтать и визуализировать, стремиться туда, но если мы посмотрим назад, вот наше развитие с 2017 года, аккуратненько, маленькая лестничка, мы идем наверх и дошли сейчас до конечной цифры в 5 евро. Какой возможный рост монет ожидается там до 2025 года? Я думаю, что если мы, особенно если я сейчас представлю вам то, что собирался представить, то вы увидите, что развитие возможно очень-очень-очень большое. Опять же, мы взяли время с запасом, посмотрим, как будет развиваться площадка, которую мы сегодня вам представим. Хорошо. Значит, видение Platin Coin очень простое. Мы хотим создать цифровую валюту для массового использования. Мы хотим запречь, можно так сказать, блокчейн, да, свернуть его в такой бараний рог, чтобы он начал приносить нам пассивный доход, причем всей нашей комьюнити. Мы уже победили практически всех конкурентов, которые в этой бранже с нами работают по нашей технологии. Я это сейчас вам также продемонстрирую. Опять же, вам будет, я думаю, все понятно и ясно, потому что наша технология развита для или создана для людей без особых технических знаний. Одно скажу вам точно, мы делаем все, чтобы стать самой широко известной, популярной и любимой криптовалютой во всем мире. Что мы для этого уже предприняли? Во-первых, мы запустили программу дебетовых карт, мультивалютных дебетовых карт. Первые 2000 карт уже, хоть они сейчас еще и более-менее тестовые, где-то через месяц уже придут боевые неограниченные. Вот. И эту карту можно заряжать платинкоином, биткоином и фиатом, в плане можно себе комиссии на нее выплачивать. Также мы разработали внутри систему криптоматов, которые позволяют нам в любой момент нажать на кнопку и начать производить листинг в криптоматы. Мы успешно завершили наши пилотные проекты. Сейчас ведем переговоры с партнерами из Европы, чтобы залиститься уже на следующих более 300 криптоматах. Наша гордость – это наши венинговые машины, которые сейчас особенно в большом количестве, более 65 таких машин стоят в Гонконге. Это наш такой тестовый полигон. Сейчас закончится коронавирус, и мы начнем к массовому внедрению на рынок венинговых машин, где можно за Platin Coin, в принципе, практически уже все купить.
Следующая наша технология, которую мы преследуем, чтобы построить нашу инфраструктуру, чтобы сделать Platin Coin стабильным, вот этот лестничный рост, чтобы обеспечить, это наши POS-терминалы. Все их уже давно ждут, они уже заявлены, они уже в состоянии готовности. Мы, в принципе, готовим их к выпуску на рынок как бизнес. Опять же, это физический товар, поэтому нам чуть-чуть нужно будет подождать, когда закончится коронавирус. Да, ну потому что это приборы из Китая и, соответственно, должны быть доставлены и так далее. Также мы запустили в бета-фазе сейчас наш Platin Deal. Это площадка, где можно выгодно покупать и продавать все, что вы хотите, от машины, недвижимости, продуктов, услуг, электроники, аксессуаров, да, что угодно за Platin Coin. Ну, конечно, быстро, выгодно, удобно. И очень интересная вещь, которую мы тоже запустили, это в партнерстве с CoinsBit биржей мы запустили Marketplace, на котором можно за Platin Coin покупать товары с Amazon, eBay, AliExpress, Alibaba. Дело в том, что этими площадками мы хотим сигнализировать вам, что мы готовимся к более глобальным вещам. Это всего лишь сейчас инфраструктурные проекты, которые будут поглощать то самое, как сказать, производственные продукты, услуги того самого проекта, который я хочу вам сегодня представить. Дело в том, что на этом слайде вы видите сейчас белый лист. Этот слайд будет он сейчас находится в производстве. Здесь представлен наш новый продукт. Давайте я вам коротко расскажу, что такое наш новый продукт, чтобы вы понимали. Вот я сейчас говорю, что у нас Platin Coin будет 50 стоить. У нас будет вот сейчас, смотрите, следующий слайд. Это мы идем на 5 миллионов пользователей в этом году и на 25 миллионов пользователей, активных пользователей до 2025 года. Вы спросите, Алекс, откуда такие цифры, откуда такие прогнозы? Все очень просто. В этом виноват, конечно, наш белый лист, который я сейчас вам начну объяснять. Чтобы вас ничего не отвлекало, я просто попытаюсь вам нарисовать эту картинку просто в голове. Дело в том, что данный проект, данная площадка, это давняя наша разработка. Когда-то давно, вы знаете, наверное, кто с самого начала с нами, мы хотели вообще, идея Platin Coin родилась в том, что у нас, я болел идеей запустить краудфандинговую платформу, на которой можно будет финансировать различного рода проекты. И эти проекты мы, потому что банки уже тогда не давали спокойно работать, мы должны были финансировать Platin Coin, монетой, криптовалютой, которая, ну, неудержима, и она, в принципе, между странами и континентами может спокойно передвигаться без каких-либо ограничений. Дело в том, что пришел регулятор, дал нам всем по голове, да, так прям нормально так сказал, так, эта вся затея лицензированная, ну, принадлежит лицензированию, причем во всей Европе, в Германии, в Швейцарии, в Австрии, каждая лицензия в каждой стране стоит около миллиона евро, и вы, конечно, должны примерно настроиться на 2 года ожидания, пока вы не получите эту лицензию. Мы, конечно, с этим были абсолютно не согласны, поэтому мы запустили Platin Coin отдельно без краудфандинговой платформы, а наш такое детище, о котором я вот уже много лет над ним работаю, разрабатываю, думаю, как же его сделать. И вот, наконец, наше время настало, потому что это и был один из трех моих секретных планов. У меня есть три стратегии, три плана, которые ведут к моей магической цифре конечной. Ну, это не конечная, ну, скажем так, это моя магическая цифра. Я хочу, чтобы Platin Coin стоил 1000 евро. Вот, и вопрос, а за счет чего, Алекс, такие расчеты? На что ты основываешься, да, на спрос на рынке, на крипторынок, на общую какое-то положение? Нет, я рассчитываю только на нас, на нашу комьюнити, на нашу силу, нашу мощь, на наши идеи, наши продукты и рынки мы будем создавать. Да? Рынки можно создавать, а можно и в них внедряться. Вот мы будем
обязательно внедряться во все рынки, которые сейчас нуждаются, чтобы PlatinCoin в них внедрился. Да, вы можете представить сразу, это практически все рынки нуждаются в том, чтобы в них внедрился PlatinCoin. Это вы сейчас сразу увидите. Ну и, конечно, мы будем создавать новый рынок. Как мы это будем делать? Смотрите, друзья, представьте краудфандинговую платформу. Платформу, на которой можно разместить любой проект. Я думаю, у каждого из вас есть сейчас какой-то свой проект, или вы знаете кого-то, кто хочет разместить свой проект. Ну, в конце концов, мы все Алекс, сейчас находим... Да. У нас есть видеоролик, если нужно, можно будет его включить. А, да, это мы сейчас, это самое, я... Ну, хорошо, включай. Давай, включай видеоролик, а потом мы продолжим. Только представьте, что вы могли бы получить безвозмездное финансирование на любой ваш проект. Вашу идею смогли бы проинвестировать тысячи инвесторов. И при этом они не только не потеряли бы средства, но и заработали бы 10% от вложенной суммы. Звучит невероятно, но такая модель финансирования уже существует. Встречайте революцию в области привлечения инвестиций. Краудфандинговую платформу от PlatinCoin, которая работает на блокчейне. Благодаря прорывной технологии блокчейна, любой проект на ней сможет получить финансовую поддержку. Все работает максимально просто. Инвестор выбирает проект и сумму, которой он хочет его поддержать. Сумма на счете инвестора замораживается ровно на период проведения краудсейла. После завершения краудсейла средства инвестора размораживаются и увеличиваются на 10%. Благодаря смарт-контрактам, на которых работает блокчейн, все сделки полностью прозрачны и безопасны для обеих сторон. Чтобы получить деньги, вам остается лишь рассказать о проекте. Все остальное блокчейн сделает за вас. Все очень просто. Чем ярче вы расскажете, тем больше прибыли вы получите. Это будущее инвестиций. Совсем скоро на рынке. Так, ну, такой короткий видеоролик. Так, давайте я вам его немножко продолжу. Вот представьте, вы есть проект, его кто-то разместил, ну, например, или вы просто пришли на проект, на нашу платформу, видите великолепный проект, и человеку нужно собрать какую-то сумму. Теперь, мы хоть и говорим, что это краудфандинг, но это... Просто сейчас для отвода глаз, чтобы не фокусировать вас на нашу модель, которая будет вообще по-другому называться. Но краудфандинг у вас в голове, потому что вы понимаете, мы по этому принципу будем работать. Дело в том, что там все просто. Человек берет свой проект, говорит, что я хочу, чтобы меня отфинансировали. И теперь, что он говорит? Он идет к своей комьюнити, к своим друзьям, соседям, делает рекламу, делает, что хочет. И он говорит: друзья, качайте платинкоиновский кошелек, заполняйте на него сумму в платинкоинах. Эта сумма в платинкоинах будет заморожена, но тот срок, на который задействован или на который заявлено финансирование, ну, проект говорит, я хочу там собирать, как в краудфандинге, там 3-6 месяцев и тому подобное, и когда этот срок заканчивается, то на этот срок у пользователя на кошельке просто платинкоины замерзают по смарт-контракту, и через этот срок отмерзают. И дело в том, что если этот проект был успешно отфинансирован, то по нашему минтингу тот, кто участвовал в заморозке, получает 10% себе на кошелек, тот, кто запустил проект, он получает себе сумму финансирования тоже в форме платинкоинов прямо на биржу, которая выступает гарантом ликвидности этих монет. Значит, проект полностью осуществлен и отфинансирован. И теперь представьте, друзья, ни один платинкоин никуда не летал. Он никому не давался, не нужно никому верить, никому доверять. Нету риска потери монет, потому что они все заморожены на кошельках. И самое главное, что все довольны. Человек, который заморозил платинкоины, получил подарок
от, как это в краудфандинге, тот, кто запускает проект, говорит какие-то гудисы, да, какие-то подарки. Если ты там 100 платинкоинов, там, ну, я не дам тебе там, ну, прототипчик. Если 1000, я тебе продуктик поставлю. Если 10 тысяч, там, акцию тебе дам своей компании. Ну, или там, если 100 тысяч платинкоинов там заморозишь, то вообще пожизненное бесплатное использование. Ну, и тому подобное. Я просто сейчас придумываю. И человек получил и коины свои обратно, и 10%, еще и подарок получил от проекта. А проект радуется, потому что он отфинансирован и по контракту обязан за свои продукты принимать на 10-20, насколько мы с ним договоримся, свои продукты должен принимать платинкоин. Таким образом, мы создаем сумасшедший спрос на рынке, потому что люди, в принципе, не нужен платинкоин, но им хочется вот этот вот подарок получить, там, не знаю, бесплатно получать продукты этой компании или акцию этой компании получить. Поэтому они просто используют платинкоин как инструмент, потому что без этого не работает. Идут, создают сумасшедший спрос, финансируют проект, и потом платинкоин, когда они получили 10%, когда они получили долю от компании, когда они получили одни прибыли и ничего не потратили, ничем не рискнули, они скажут: круто, пойду-ка я поучаствую еще в одном проекте и еще в одном. И, в принципе, могут себе таким образом насобирать достаточно крутое портфолио. И в этом и есть задумка, что мы начинаем эру нового финансирования. Представьте, что у вас есть благотворительный проект, вы хотите кому-то помочь, вы собираете деньги на операцию, у вас есть крутая идея, продукт или еще что-то. Платинкоин и блокчейн Платинкоин вас отфинансируют. И причем так, что не нужно сдавать, не нужно возвращать. Мы же не банк, деньги, это же не кредит. Вы, в принципе, абсолютно все в плюсе. И ни один цент никуда не потек, ну да, не был переправлен. И все, ну, как говорится, все довольны. Тем не менее, посмотрите, что сейчас на рынке творится. Все инвесторы замерзли, венчурные фонды никуда не инвестируют. Стартапы умирают, краудфандинг просто... Ну и тому подобное. И наша система финансирования, где не нужно ничего тратить и не нужно никому доверять, она просто сейчас взорвет мир. Это проект уровня Фейсбука. Вы увидите его в третьем квартале этого года. И именно на этом проекте мы сейчас сделаем максимальный взрывной рост. Параллельно с этим мы сейчас переводим платформу на дальнейшие языки. Вот на на хинди, короче, сейчас следующий язык. И очень важно, мы снова начинаем готовиться к Дубаю. Дело в том, что после сегодняшнего презентации вебинара вы увидите, что в Дубае мы хотим провести, значит, саму конвеншн, мы хотим сделать автопарти, ну и хотим сделать diamond party. Мы сейчас еще, опять же, ждите официального заявления, я просто говорю, что уважаемые Дубай, уважаемые бриллианты и те, кто хочет стать бриллиантами, Arabian Night Party, это будет в арабском стиле, мы все расскажем. Помните, да, нашу diamond party в Праге, как было круто, потом все хотели туда попасть и пожалели, кто не приехал. Это будет еще, наверное, круче, поэтому, друзья, мы готовимся, и отдельные условия на Дубай мы вам потом озвучим, как можно туда попасть совершенно и бесплатно даже. Дело в том, что в связи с этим вы знаете наши уже продукты, так что двойные пакеты прибыль на прибыль, это при полной загрузке и при самой большой при самом большом продукте минтинг юнита. Опять же, мы говорим о том, что, друзья, если мало денег, понятно, надо начинать бизнес, денег нет совсем, нужно делать срочно, ну или в конце концов придется менять доллар. Опять же, здесь я хочу вам сказать, что наша вся платформа сейчас нацеливается не только на преимущество пассивного участника, но и мы сегодня, вы увидите, что мы делаем максимальный упор на преимущество активного участника. Активный участник – это тот человек, который будет пользоваться нашим продуктом и будет его просто рекомендовать своему ближайшему окружению, своим друзьям, может говорить об этом в интернете, потому что, получая пассивный доход в 30%, не рассказать об этом друзьям и не рассказать о возможности преимуществ за счет роста курса, тем более, сами понимаете, эту площадку мы запустим. Бизнес краудфандинга 100 миллиардов
примерно сейчас. И мы единственные, которые заходим вот по этой модели туда. Ее невозможно сделать, я вам расскажу почему. Дело в том, что эту модель можно сделать только с POS-овской монетой, которая работает на Proof of Stake. Proof of Stake имеет жесткие ограничения, которые мы уже с вами оговаривали, они могут иметь только максимально 28 тысяч участников, которые будут соревноваться за эти вознаграждения, из которых 1000 только получит это вознаграждение и в конце концов не знает, сколько же она конкретно получает. В нашем случае у нас есть капацитет, но это вместимость 30 миллионов пользователей, не 28 тысяч, а 30 миллионов. Практически 50 тысяч, это уже практически в два раза больше, чем все POS-монеты имеют вместимость. Мы уже имеем пользователей, это около 50 тысяч, которые на своих смартфонах уже делают пассивный доход. И таким образом, и еще мы победили нашу блокчейн, это значит, мы можем направлять вознаграждение третьему лицу, например, бирже. Ни один блокчейн, даже если он делает смарт-контракт, не может это сделать, потому что по смарт-контракту деньги должны пойти или майнеру, или владельцу монет. Нельзя оторвать деньги и обокрасть этих двух людей и послать какому-то третьему лицу. Блокчейн не допускает. Мы, помните, бились практически 4 месяца с этой функцией, побеждая наш минтинг. А сейчас мы это все победили, и это очень успешно работает. Итак, чтобы сделать максимальную комьюнити, да, мы сейчас нацеливаемся на наш нетворк-маркетинг. Мы ввели несколько бонусов, которые начнут работать с завтрашнего дня, скорее всего. Как и с завтрашнего дня, мы планируем отключить покупки за Platin Coin. Значит, что будет происходить? Дело в том, что у нас есть прямой бонус 20%, командный бонус до 23%, ранговый бонус до 4 миллионов кумулировано, да, в сумме. Значит, Diamond Infinity бонус бесконечности до 15% во всю глубину, которая начинается с ранга бриллиант. У нас есть, появился, а вы об этом еще не знаете. Раньше он был, но мы его изменили, и он будет очень крутой. Это бонус быстрого старта, где вы можете заработать до 10 тысяч евро. И раньше бонус быстрого старта работает обычно для новичков, но мы приняли решение, что мы включим его для всех. Значит, даже черный бриллиант или платиновый бриллиант может сейчас один раз в жизни воспользоваться бонусом быстрого старта и заработать десятку. Дальше у нас будет бонус новичка. Это значит, где вы практически каждый месяц можете себе зарабатывать еще 20 тысяч, ну или чуть-чуть там больше. Хорошо, давайте узнаем, как это работает. Дело в том, что у нас есть такая вещь, как сила команды 4x4. Я скажу, почему 4x4. У нас, это значит, вы приводите четверых, а эти четверо приводят еще четверых, а те четверо еще четверых. И, в принципе, до шестого уровня у вас набегает команда более 4000 партнеров. Дело в том, что получив, вот мы пришли к директ-бонусу и командному бонусу. Вот два бонуса, которые приносят вам. Если при максимальном раскладе, это значит, мы вообще все встало на свои места, а оно встанет на свои места, потому что вы не забывайте, что у нас работает компрессия. Да? Она, значит, людей просто расфасует, и всех, кто неактивный, уберет, а всех, кто активный, поставит на свои места из любой глубины. И вот, что происходит? Вы делаете оборот 5 миллионов, практически 5 миллионов 460 тысяч с такой командой. Ну, скажем так, это при наилучшем раскладе. Давайте просто посмотрим максимальный расклад и сейчас посмотрим, как это все работает. Значит, при таком обороте вы примерно зарабатываете 200 тысяч евро. Хорошо. Если, ну, при максимальном раскладе. Это работа директа и командного бонуса. Дальше. Потом вы, смотрите, сделав оборот 5 миллионов пользователей, вы уже бриллиант, видите, за 250 тысяч оборот, красненький такой квадратик, вы уже проскочили, и вы приблизились между 2 миллиона, это пурпурный, с бонусом 40 тысяч, и 6 тысяч, это красный, за 120 тысяч бонус. Вы примерно там находитесь, 5 миллионов 600, это вы в одном шаге до красного бриллианта. Так, что же вы получаете после этого? Ох ты, как раз расплющила нашу картинку. Итак, к тому, что вы зарабатываете там 200 с лишним тысяч, приходит еще пурпурный бонус за пурпурный бриллиант. Это значит сумма за все бриллианты, да, на вознаграждение. Еще сверху 78 тысяч 800. Значит, командный оборот более 2 миллионов приносит вам бонус пурпурного бриллианта.
Почему 4 на 4, я сейчас объясню. Это связано с дальнейшими бонусами, которые вы сможете только их получить, если вы правильно сейчас начнете. И этот бонус, значит, следующий бонус – это Diamond Infinity. Diamond Infinity – это бонус бесконечности, выплачивается со статуса Diamond. Очень важно. Почему мы говорим, нужно срочно становиться Diamond. Как только вы стали Diamond, бриллиантом, вы начинаете зарабатывать при выполнении условий 7% во всю глубину, какая бы она ни была, там, 1000 или 10 тысяч уровней. Ну, я сейчас маленько преувеличиваю, но... В принципе, если вы станете двойным платином даймондом, вы будете получать даже 15%. Как это работает? Если вы стали даймондом и сделали первую продажу сами, первую линию, то вы получаете обычно 20%, но еще и Infinity бонус, и у вас премиум уже составляет 27% в первую линию. Во вторую это уже составляет не 7, а 14, 7 плюс 7. В третью 4 плюс 7 и до шестой 4 плюс 7. После этого у вас, конечно, по бонусам идет 0. Но если вы бриллиант, то какой бы уровень ни был, вы все равно получаете с каждой 1000, вы получаете, нет, или там с каждых 10 тысяч вы получаете 700 евро. Да? Неважно, какая глубина. Это единоразовая квалификация, как Diamond, да, и вам нужно просто подтверждать, это ежемесячная активность, которую я вам сейчас покажу. Дело в том, что чтобы полностью получать из всей глубины, нужно выполнить правило 50% с оборотом в трех ногах, в трех уровнях и в двух ногах, значит, да, 50 на 50, слева 50 и слева 50, 12,5 здесь, 12,5 здесь, ну или во всех там равномерно как-то. И тогда вы полностью получаете прибыль из всей глубины. Если мы возьмем здесь новичка, если вы вдруг стали, вы рубин, эмеральд, и вы стали бриллиантом, то от вас не ожидают выполнения этих условий, а вы наоборот полностью все забираете и все преимущества берете в первый месяц абсолютно бесплатно, и квалификация включается к вам только со второго месяца. Так, здесь, конечно, был Игорь. Есть у нас там слайд с бриллиантами? Если нет, тогда хорошо. Дело в том, ну, тогда, конечно, не покажи. Если есть, тогда покажи. Не успели ребята мне его прислать. Много фотографий. Дело в том, что в нашей компании 1000 бриллиантов. Если вы говорите, что вот у нас там где-то что-то, бриллианты, вот только на этой неделе мы получили 5 бриллиантов, так, просто бриллиант, Blue Diamond, Diamond, Green Diamond и просто Diamond, значит, 4 у нас из Индии и 1 из Германии. Что дает вам Infinity Bonus? Давайте посмотрим на максимальном примере, чтобы вы примерно понимали, какая сила в этом Diamond Infinity Bonus. Опять же, все числа – это максимальные примеры, которые зависят от ваших личных усилий, да, чтобы соблюсти правовые нормы. Итак, 10% как пурпурный бриллиант, потому что при таком обороте пурпурный бриллиант, то 10% при неоптимальном построении вашей структуры внизу, значит, у вас нет никаких бриллиантов внизу, это может вам принести более 500 тысяч евро. В сумме практически в два раза больше, чем все другие бонусы вместе взятые. Вот именно поэтому я и говорю, что Diamond Infinity – это очень крутой бонус, потому что здесь вы вышли уже на совсем другой заработок. Конечно, как бриллиант с такими суммами вы можете зарабатывать и позволять себе намного больше, чем с простыми вознаграждениями. Опять же, с этой темой нужно разбираться, вы должны четко понимать, какой у вас будет ранг. Именно поэтому я и говорю, если даже вы новичок, вам нужно начать и срочно бежать к бриллианту. Его нужно сделать один раз в жизни, и все, он навечно ваш. В нашей компании есть 30-дневная активность, это значит, вам нужно или самому приобрести пакет, или сделать одну дубликацию, пригласить одного человека в месяц на какой-либо продукт, даже если он за 107 евро. Как я уже ранее говорил, в нашей компании действует компрессия. Это значит, что со всей глубины неактивные аккаунты убираются и заполняются, слева неактивные красно убираются и заполняются зелененькими теми, кто активно. Тем самым вы сможете восполнить свои пробелы другими аккаунтами из
из глубины. Так, ну это что касается комиссий. Так, дальше. Самый быстрый бриллиант, если я не ошибаюсь, у нас был за одну неделю. Да, человек стартанул, через неделю бриллиант. Как раз используя вот эту вот... ну и, конечно, с компрессией у него это все очень круто получилось. Теперь, друзья, особенно для тех, кто сейчас... Да, практически для всех. Дело в том, что мы вводим снова бонус быстрого старта. Бонус быстрого старта обозначает следующую вещь. Мы планируем его включить с завтрашнего дня для всех участников нашей компании, для всех партнеров. Значит, если вы, неважно какой у вас ранг, зеленый, красный, джейд, рубин, без разницы, этот бонус быстрого старта дается обычно один раз в жизни и только на две недели новичкам. Тот, кто только что зарегистрировался. Только зарегистрировался, у тебя есть две недели, чтобы забрать 10 тысяч, 5 тысяч или другую сумму. Как это работает? Дело в том, что вам нужно... подписать 4 новичка. 4 новичка вы должны пригласить в бизнес. Эти 4 новичка, каждый из них должен купить какой-то пакет, да, какой-то продукт. И если эти продукты одинаковые, например, 4 десятитысячных, значит, вы получаете экстра бонус 10 тысяч евро. Да, продали 4 десятитысячных, значит, общий оборот где-то там 40 тысяч евро, 10 тысяч упало вам в аккаунт. Если вы продали 4 пятитысячных, значит, падает 5 тысяч. Если там 4 сотых, значит, просто 100 евро. Самый маленький пакет, считая сверху, падает вам в бонус. Например, такой пример. Вы продали 10-тысячный, последний, 5-тысячный, 2-тысячный, 1-тысячный и сотый. Сотый вам разбивает, он самый маленький, но разбивает вам всю, как говорится, весь расчет, то, что вы хотели получить как минимум 1000, а сейчас самый маленький сотый. Но нет, мы считаем сверху, значит, с 10-тысячного, с 5-тысячного, с 2-тысячного и 1000-ного, значит, ваш бонус составляет, несмотря на маленький пакет, 1000 евро. Значит, если мы сегодня сейчас еще это самое, в принципе, с завтрашнего дня вы можете начинать. Все, кто начинает активно продавать, 4 пакета отдельно новичкам, сразу экстра бонус. Бонус считается просто. Ну, смотрите, и каждому по пакету, да, и 4 пакета. Просто следите, чтобы они были самыми большими и желательно одинаковыми. Почему так? Ну, 10, 10, 10, 10, самый маленький какой? 10. 10, 10. 10, 5, самый маленький какой? 5. Значит, вы 3, 10 и 1, 5 уже проигрываете. Надо искать 4, 10. Или, например, 10, 10, 10, 1000. Сколько зарабатываете? 1000. Потому что, ну, такой вот бонус. Поэтому полный вперед, 2 недели. Этот бонус можно получить один раз в жизни, и больше его не будет. Да, это чисто для новичков, чтобы стартануть, чтобы запуститься и сделать максимальный рывок. Значит, как это работает? Все просто. Сколько вы зарабатываете? Если вы продаете 4 пакета по 9,951, ваш бонус уже составляет 7,440, и вы получаете еще 10 тысяч бонус быстрого старта, вы заработали 17,440. Тут уже можно себе прикупить какую-нибудь хорошую машинку. Также у нас есть бонус новичка, его еще называют invite бонус на английском. Как он работает? Все просто. Если вы, например, стартанули новичком или сейчас вы стартанете, и вы продали 4 пакета за 10 тысяч, вот они внизу, 4 беленьких, видите, то вы, в принципе, invite бонус говорит, что вы должны продавать тройками по 3. Он работает каждый месяц, то в этом месяце вы уже преодолели порог в 3 пакета, сделали 4, и 1500 сверху вам еще падает уже 100%, значит, плюс еще к тому. Это так, invite бонус 1, так называется. И есть invite бонус 2, это вторая отметка. Если вы еще 2 десятитысячных продаете, значит, вы получаете 10 тысяч еще бонус.
Итого, если вы сейчас, скажем так, завтра начинаете стартовать, вы и начинаете участвовать и в фаст-старт-бонусе, и в бонусе новичка, то вы получаете 11 тысяч при 6 продажах, вы получаете 11 100 в первую линию, 10 тысяч бонус быстрого старта, бонус новичка 1500, да, потому что вы сделали, и еще 10 тысяч сверху, это 32 тысячи евро, 32 600, это практически 50% от оборота. Ну, поэтому, друзья, стартуйте прямо сейчас, регистрируйтесь, ну и давайте двигаться именно в этом направлении, потому что вы сами знаете, кто стремится, кто хочет зарабатывать, у кого есть большие амбиции, делайте первый шаг, а дорога появится сама по себе, как сказал однажды наш уважаемый и любимый изобретатель айфонов Стив Джобс. Что касается нашей акции, сегодня последний день, когда у нас действует сейчас Limited Edition и места, я хочу вам сказать, что мы уже определили дату, с какого числа, акция сегодня заканчивается в данном виде, в котором мы ее знаем. Для тех, кто не знает, что такое места, все просто. Есть блокчейн, есть блоки, в каждых блоках есть вот места, и эти места мы можем вам, мы сейчас вам дарим. Мы вам дарим их в рамках этой акции за тысячный пакет одно место, за пятитысячный 7 мест, за десятитысячный 15 мест. Почему это важно сейчас? Потому что, друзья, с 1 июля мы вводим полностью места как продукт. И каждое место, одно место, которое сейчас идет бесплатно в тысячном пакете, будет стоить 10 тысяч евро. Почему так? Ну, знаете, у мастернода, у Dash стоит 240 тысяч евро. Да, это вход порог. Это очень конечный ресурс, мы им очень дорожим, мы сделали вам такой хороший подарок в виде акции, поэтому все, кто хочет еще блокчейн место забрать, акция сегодня еще действует, полный вперед. Ну, а с вами был Алекс, спасибо. У нас еще есть примерно 10 минут, задавайте ваши вопросы. Я хочу вам сказать, что все, кто когда-то где-то, возможно, не знал или сомневался, что платина будет самым крутым проектом в мире и что мы станем номер один. Вот, кстати, наши бриллианты, которые у нас 1000 бриллиантов. Мы сейчас взяли только несколько. Вот я узнаю здесь знакомые лица. Но здесь есть наш Андрей. Здесь есть кто? Ирину вижу. Так, ну, так, Гаухар вижу, вижу Лидию, Нейруса вижу. Но, опять же, всех не поместить на слайд. Поэтому мы сделаем там второй, третий, возможно, слайд. Я говорю, 1000 бриллиантов, 1000. И эти 1000 человек способны сейчас зарабатывать те числа, которые видят. Их просто нужно захотеть. А также они могут помочь своим партнерам тоже воспользоваться Fast Start бонусом, Invite бонусом, чтобы заработать деньги, которых, ну, наверное, эти люди никогда в жизни таких не зарабатывали. Я просто хочу, чтобы мы сейчас сделали упор именно еще и на нетворк-маркетинг, потому что это самый агрессивный способ продаж, самый агрессивный способ маркетинга, и это наилучший способ, действительно, наш платин-коин, чтобы взлетел в небеса, ну, а мы нашими проектами поддержим его. И не забывайте, что отфинансированные проекты, где нет вообще никакого риска ни для кого, которые могут поддерживать из Африки, из Индии, понимаете, просто потому, что у тебя есть кошелек и коины в нем. И ты можешь составить себе портфолио из любых долей, в любых компаниях, покупать квартиры, ездить бесплатно, получать подарки со всего света. Это дает наш Platin Coin. И ни одна криптовалюта не может с нами сравниться, потому что им нужно как минимум 2-3 года в разработку инвестировать, чтобы хотя бы нас догнать. Но за 3 года мы уйдем еще далеко. И плюс у меня это первая из 3 мега бомбищ, которые я так задержу в своем загашнике, потому что, ну, чтобы вы не думали, что Алекс на удачу там что-то придумывает и думает, да, где-то у нас будет 50 когда-нибудь. Нет, нет, нет. У меня все четко просчитано. И вот
Но я уверен, вы об этом, вот об этой идее никогда даже не слышали, а я о ней уже 3 года, над ней уже 3 года работаю. Вы сейчас говорите, БАД, это же настолько, это такие возможности строить дома, делать благотворительность, финансировать операции, где ты можешь все сделать, не потратив ни цента, а даже еще заработать. Как заработать 10% на благотворительность? Вот объясните мне. Невозможно. У нас возможно. Как заработать 10% на том, что ты помогаешь детям с операцией? Невозможно. А кто бы готов был помочь, не знаю, ребенку сделать операцию, положить на кошелек 10 тысяч платинкоинов, 20, 100 тысяч платинкоинов, которые никто не тронет никогда, но которые спасут десятки, сотни, может, тысячи жизней, к примеру, или спасут нашу экологию, построят дома. Представьте, какие проблемы сейчас у застройщиков, у фирм, закрываются целые отрасли. И это только начинается. Вот в Москве отменили до августа все рейсы на Аэрофлот. И что теперь делать? Понимаете? И это только начинается. И я вам обещал, что этот год будет самым крутым. Вот так как был 2008 для биткоина, этот год будет самым мощным для платины. Вот смотрите, сами судите, сами вникайте. И третий квартал мы запускаем платформу, и уже все. Мы изменим полностью мир финансов, мир подхода, рассмотрения стартапов. А стартапы – это же самые эксклюзивные и самые крутые. Google стартап, Facebook стартап, Amazon стартап и тому подобное. Да? Поэтому сколько мы всяких Илонов Масков откроем, Стивов Джобсов, которые просто сейчас не получают доверия людей, денег не получают. У меня же точно так же. И идите металл построить огромную махину, которая сейчас всех нас приведет. Но не просто в светлое будущее, а мы идем менять мир. Вот и все. Спасибо, друзья. Это мощь. Спасибо за комментарии. Так. Что там у нас за комментарии? Супер. Если места за боксы, в боксе нету мест. Места только в Limited Edition. Извините, там нету ни мест, ничего. Бокс есть бокс. Так, супер новости, полный вперед. Друзья, ну это просто на самом деле космос. Мир еще не понимает. По сравнению с этим, все эти ICO, STO, которые там гудели, это просто маленькие дети, потому что мы заходим не в криптомир. Людям не нужна, возможно, даже платина. Ему нужен вот этот вот дом, который строится, квартиру он там хочет. Но не может он зайти в этот проект без платинкоина. Поэтому он пойдет, скачает кошелек, положит туда сколько надо тысяч. А представьте, какой спрос. А там я еще вам многое что не рассказал, в чем еще взрывная волна. У нас уже десяток проектов готовых, которые к нам уже обратились, мы сделали зондирование. Миллионные компании в очереди уже стоят со своими проектами, всем нужно финансирование, всем. Поэтому, а мы сейчас будем создавать команду, которая это все будет проверять и будем запускать. А у кого больше всего платинкоин, как вы думаете? У вас. А значит, что это значит? Ладно, не буду. Говорили, есть 3 места в боксах. Это только в тех, которые были до этого. Это был мой личный подарок за ваше ожидание, за ваше терпение, и за то, что вы участвовали в акции, за то, что мы год вам их там не можем доставить, потому что все отменили, самолеты не летают, поставщик нас обманул, понимаете, а сейчас это, ну или там сдвинул, а сейчас это подарок, бокс принес вам 3 места, которые стоят сейчас 30 тысяч евро. Ну, подождали вы немножко, ничего страшного. А когда места начнут приносить, а представьте, когда краудфандинговая эта платформа запустится, что это значит для владельцев мест? Ведь это же все транзакции. Это все переводы, это все заморозки, покупки, с биржи ушла, пришла, новый проект в карту, на биржу, в ферму, обратно в кошелек. Что это? Это все транзакции. Поэтому, уважаемые друзья, у кого нет мест, ну, я не знаю, хотя бы одно, да надо зацепить. Слайды сегодня предоставлю.
Маркетинг-план я опишу, и спикеры начнут его представлять. Сегодня я им все предоставлю. Поэтому, друзья, даже не сомневайтесь, с завтрашнего дня начинается бонус для новичков. В секьюр-боксах только тех, которые мы давали в акции. Можем регистрировать организации. А вот еще, если вы, вот я еще не сказал, сейчас на 3 минуты, если вы будете, подождите, вы можете организации регистрировать в Платинкоине, тогда да. И если они уже сейчас зарегистрируются, они могут начать уже готовить, мы сейчас подготовим документацию, они могут начать уже готовить сейчас свои проекты, пожалуйста, посмотрите на kickstarter.com, вы должны по этому примеру, мы тоже это все дадим, делать проект, это хорошее видео, качественные фотографии, качественное все, и по этому проекту вы делаете себе проект, и в таком, конечно, виде мы обязательно его разместим. Поэтому у вас у всех есть полтора месяца, чтобы найти таких проекторов, подписать их в Platincoin. Они автоматически, мы их потом учтем в этой платформе, и они смогут... И все, что они реализуют, мы скажем, какой проект, от собранной суммы вы получите как бонус еще. Поэтому, друзья, очень будет круто, вы будете собирать эти проекты пачками, ну а мы будем их проверять, находить достойных, ну и, соответственно, вы же их еще потом будете и раскручивать, да, своими огромными организациями, соответственно, на этом еще много-много зарабатывать денег. Так. Нескромный вопрос, когда будет 10 евро? Ну, подумайте, как быстро мы с этой площадкой доедем не до 10. Так. Будет, да, будет все, да, все будет. Спасибо большое. Это ж не просто идеи, готовые проекты. Мы их все, вы видите, мы все равно все воплощаем. Так, друзья, все, я благодарю вас, но мне пора бежать. Спасибо за ваше внимание. Новый маркетинг сейчас, сегодня предоставим, слайды скинем в чаты и предоставим, конечно, новый PowerPoint. Сегодня чуть попозже немецкого вебинара я начну раздавать слайды. Поэтому, друзья, вперед, Platincoin будет номер один. В этом году мы всех просто, ну, не буду говорить порвем, но да, так оно и будет. Все, счастливо. Пока.